отвечаем. Продолжали дальше. У нас вашими контролируйте. Спартакиады. Дошло до конца. Жанри 2002. Ива Лифа Казиль. Команда России, город Москва. Мастер спорта международного класса. Спасибо за поздравления. Да, это вторая схватка была с Гаджимурадом Рашидовым. Первый раз встречался на Спартакиаде. И также в прошлом году я выиграл георгинский турнир. С этого началась, наверное, моя карьера во взрослой борьбе. И расскажи, как ты настраивался на финал и вообще на предыдущие схватки? Как... Честно говоря, очень сложная сетка была. Подряд все хорошие борцы на меня выходили. Настраивался на финал бороться до конца, знал, что будет такая битва, просто так никто не отдаст. Настраивался и старался дать свой темп, навязать свою борьбу. В прошлый раз у тебя была травма пальца, схватка с Рашидовым, сейчас у тебя с ухом что-то, да, непонятное. Расскажи, что именно было. Сейчас сильно ли это мешало во время схватки? Честно говоря, даже не чувствовал, что там кровь идет, судьи сказали. Я думал, это чувствовал, то, что обтер это вчера еще. Ну, во время схватки уже весь настрой был в борьбе, и об этом даже не думал. Перед финалом, ну, ты понимал, что будет такая тактическая ну, схватка, да? Конечно, я, если мне получилось бы, если у меня хотел провести атаку, ну, сделал пару попыток, не получилось, дальше уже начал вести в счете и не хотел просто так прыгать, уже ждал соперника. А было понимание, что тебе дадут второй раз тоже, то есть соперник? Ну, я старался показывать активность, больше центр и работать руками, подгонять к зоне соперника. Ну, когда увидел то, что ему дали, уже чуть успокоился и, наверное, уже ждал его. В который раз ты в Красноярске? Второй раз. И оба раза выиграл? Расскажи, чем еще у тебя, с чем ассоциируется Красноярск, кроме, понятно, Орегинского турнира? Что здесь еще нравится? Красноярск? Не знаю, холод, наверное, так. Здесь только на Орегинском я бывал, больше особо в городе даже не гулял, только на турнир в прошлом. А так приятные эмоции с этим городом, то, что первый раз выиграл его час. Крутой город. Да. Вообще атмосфера, наверное, на турнире тоже не на каждом турнире. На турнире, честно говоря, да, я думаю, это самый лучший турнир, который проходит по вольной борьбе. Приятно здесь бороться, и публика, и вот организация на высоком уровне, и зал приятный такой большой. Ты еще не боролся в выставочных турнирах ПВЛ, вот, но сейчас ты захватил лидерство, весит до 65 кг, уже снял все вопросы, что именно ты являешься лидером. Скажи, кого из мировых соперников ты бы хотел проверить на этом турнире, с кем бы хотел побороться? Сатагуру, если это получится, конечно, с ним хотелось бы, если вот это возможно. Почему именно с ним? Он олимпийский чемпион, он... Я еще когда в молодежке боролся, говорил, что хочу с ним. Тогда, конечно, никто не верил, что это возможно. Я тогда намного слабее был, наверное, уровнем. Сейчас, я думаю, я уже готов с ним побороться.